Свежий снимок. Саженцы Железного Сергея. Поехали. По стране. И еще, я это как невольная реклама, не нагнетаю. Вот, с сегодняшнего дня мы имеем не выдающегося садовода, который мог бы за 5 лет паре, я всегда говорю паре, потому что обязательно нужно сопровождение науки, в данном случае в лице Елены Александровны Савинич, это мои два лучших ученика. Вот. И эти два ученика за 5 лет могли бы создать сад, достойный Нобелевской премии, буквально с нуля. Буквально с нуля. А сейчас вот то, что вы видите, эти посылки были собраны несколько десятков. За зиму еще заказы сколько примется, но с сегодняшнего дня, поздравьте, Сергей сделал уникальнейшую карьеру, так же как, уже не буду повторяться. Вот, ладно, скажу, как Рыкалин, выдающийся садовод, по ночам сторожит военкомат, без него не могли обойтись. Вот так Сергей Железов с этого дня работает крановщиком. А теперь догадайтесь, работая крановщиком, сколько он вырастет саженцев, которые тоже пользу приносят. Вот. Они расходятся по стране. И, пожалуй, наверное, все-таки нам не победить ту самую тех невежественных людей, которые заняли все посты. И там нет ни одного нашего человека.